Потому что когда здесь будет снова Ян, так сказать, вот это будет плохо. Ну, приходит, зарисует. Вот обратите внимание, видите, забиты двери. Это мы делали. Мы делали в прошлом году. Смысл такой, что эти здания были заброшены. Все люди привыкли здесь жить в жутком сраче. Вы себе не представляете, что было. То есть горы мусора, огромное количество цемента, плесень черная и так далее. В тех помещениях, в том здании вообще нельзя находиться, там черная плесень. Ее вдохнешь, пиздец. Вот. А вот эти здания от черной плесени свободны. Значит, здесь интересные подвалы. Там жгучий пух. Здесь интересные подвалы. А вот здесь вот, вот в этом доме мы сражались с топором, когда вот та знаменитая история, когда вот мы с ним крепко поссорились из-за свободы. Вот здесь был янтарь. Значит, обратите внимание, здесь, если мы сейчас с вами посмотрим, это какая? Это квадрат С28, но мы стоим чуть-чуть в сторонке. Тут вот это обозначено, что за три палки таких? Это называется высокая трава. Высокая трава? Да. Вот мы вышли вот в эту точку. Мы находимся в И-82-63. Вот на этом перепутье. И-82-63. Да. Знаешь, почему И? По рации меньше искажений. И? Да. Значит, меньше, чем И? Оно, трудно спутать. К, Ж, С, Л. Это легче произносить.